Отлично. Доступен новый заказ. Пойдем посмотрим. Ну, тут на самом деле не так уж и мало всего. Курочки, здорово. Пак-пак-пак-пак. Канале, всем привет, с вами Бояра. Сегодня воскресенье и снова трэш и угар. И на очереди у нас игрушечка, снова демочка под названием Ship Graveyard Simulator. Это симулятор кладбища кораблей. Нам придется разбирать корабли, сдавать металлолом, зарабатывать бабло и как-то так. Я по опциям уже попрыгал, посмотрел, все окей. Поэтому давайте глянем. А ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. Поехали, слот номер один. Ship Graveyard Simulator. Game Incubator представляет внезапно. Вот они, наши кораблики, вот оно, наше кладбище. Кладбище кораблей. Я, кстати, не знаю почему, но слева почему-то небольшая черная полоска. Игра такая и есть, прям в игре вот точно так же, слева небольшая полоска. Ну, это демка, что вы хотели, что вы хотели? Пролог, точнее даже. Она часов, по-моему, на 4, на 5 геймплея, но я не думаю, что мы будем столько играть, немножечко поиграемся. В прологе у вас будет доступно 3 корабля, простейшие инструменты и основные функции полной версии игры. Исследуй, металлолом собери. Собери металлолом, исследуй. Так, тщательно проверяй заброшенные корабли, так как на них можно найти много материалов. Палуба, жилые помещения, машинное отделение. Нужно обследовать много мест, используя автомобиль, чтобы передвигаться быстрее. По кораблю, на автомобиле или в смысле между кораблями, непонятно. Демонтируй все, что сможешь, от обычных бочек или труб до массивных двигателей. В игре ты найдешь разнообразные материалы от обычной стали и меди до очень ценного серебра и золота. Выбирай с умом, так как место на складе ограничено. Окей. Ну понятно, все стандартно. Окей. О-хо-хо, вот это вот сенса. Можно сразу меньше сделать. Почему-то вот до этого была как она, игрушечка там, где блуп-блуп мы прыгали, там тоже нифига неудобная. Вот. Ой, сейчас очень маленькая. Нет, давайте обратно. Очень маленькая сенса. Какой-то очень... Вот, а если 0,6? Да нет, нормально. Итак, найди и уничтожь металлолом. Ага, вижу. Бежим, окей, хорошо. На Е у нас здесь выбирается или на Ку? А, да, на Ку. Кувалда, повреждение 100, скорость... Сейчас мы тут разберем. Эй, мужик! Так, приятного разрушения. Если удачно попадешь, можешь ускорить процесс уничтожения, чтобы нанести больше повреждений, целься в светящиеся искры. Получи больше опыта в чемпионате по владению молотком, потратив очки в своем дереве навыков. Окей, у нас тут еще навыки будут. Мужик, ты не против, я тут сломаю? Да? Окей. На! Пинк. Окей, крит. Где еще? Ой, короче, ломаем и все. Ломать не строить, ё-моё. Отлично, что нам дали? Подними, ржавая сталь. Подожди, это не ржавая сталь. Это, во-первых, нормальная сталь, медь вижу. Это вообще двутавр. Причем не ржавый. Вот ржавый двутавр, вот ржавый двутавр. А там был не ржавый. Что еще сломать? Тебя сломать? Каска, это... Нет, это... я думал, это каска его спасает, оказывается, нет. Окей, хорошо. О, смотри-ка, еще что-то валяется. Так, это что? Масло. Чугун. Окей, крафтить что-то, походу, будем, потому что не зря нам дают все вот это. А что тут с музыкой? Музыка, 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 звук. Все на максимум, все на максимум. Музыка куда-то пропала. Что... Масло, опять же масло. Ну, давайте будем собирать, я не знаю зачем, видимо, что-то будем крафтить. Что дальше делать? Продай материалы на рынке. Без проблем. Ломаем ржавый столбик. А можно улучшать молот? Или тут реально только базовый, типа будет какой-нибудь молоток, какая-нибудь бензопила, что еще, что еще? Фреза, сварочный аппарат там и все такое. Здорово. Рынок. Здесь ты можешь продавать тщательно собранные материалы. Продавец у нас не красавчик, но зато предлагает хорошие цены. Законы рынка. Цены на материалы меняются ежедневно в зависимости от того, что ты продаешь. Окей. Ой, сейчас чихну. Нет, не чихну. Или чихну. Нет, не чихну. Так. Рыночные цены. А как? А в чем разница? Смотри, эпические. Или это от количества зависит? Ну, давай продадим сталь.
Можно? Вот, да, можно правой кнопкой нажимать. 120, 182 бача буквально за два удара кувалдой. Очень выгодный бизнес, я вам скажу. Сдавать металлолом очень выгодно. Купи ножовку в магазине инструментов. Окей. Чувак, отдай ножовку. Дашь ножовку? Вот эту. Можно? Давай. Здесь ты можешь купить новые предметы, которые наверняка пригодятся для разборки кораблей. Ты можешь убедить продавца заказать новый ассортимент для его магазина. Конечно, это не бесплатно. Хорошо. Ножовка Tier 1, типа первого ранга. Отмычка. Зачем нам отмычка? Купить. Обрезай балки и трубы, но осторожно обращайся с острым лезвием. Резка предметов приведет к снижению эффективности пилы и уменьшению повреждений от нее. Если понадобится, не забудь приобрести новое полотно в магазине инструментов. Пока все логично. Получи больше опыта в этой области, потратив очки в своем дереве навыков. Уже есть. А отмычку можно купить? А денег нет на отмычку, хорошо. Ты мне дал уже? Отлично. Обменяй очки в древе навыков. А как древо навыков? Ага. О, ты посмотри. Не реализовано в прологе. Гениально. А, кувалда. Да. То есть у нас есть одно, два очка навыка. Скорость кувалда это по-любому. И скорее всего повреждение, да. Все. Так, закажи корабль. Как заказать корабль? В смысле заказать корабль? Может быть, заказать задание съездить на корабль? Или прям заказать корабль себе, что прям на нем... Эй, капитан! Яр, все вот эти пираты. А где вход? Музыка такая приятная. Знаешь, такая... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эй, открой, а то сейчас выпилю тебе дверь. Дверь мне выпилил! Дверь мне выпилил! Буква Е. Там же было написано, что надо нажать букву Е. Окей. Окей. Ну, звуки, кстати, разные. Ага. Итак, твое бронирование. Маленький $1 в день. То есть за пребывание на этом корабле мы... ShipTube. Ты смотришь меня на YouTube, а я заказываю корабли на ShipTube. А, вот так вот. Ржака, да? Нет, я знаю. Короче, предполагаемые материалы. Легендарная нержавеющая сталь. Эпическая сталь и ржавая сталь. Получается, разобрать мы можем 4 тонны. 1990 года корабль США. Название «Пятница». Это, судя по всему, Робинзон Крузо ее потерял. Давай забронируем. Получается, $1 в день мы будем тратить, пока разбираем этот корабль. Подожди, пока не появится судно. Где? А, ну так бы и сказали, что поспать надо. Окей. Ты проснешься на следующий день в 8:00. Исчезнут все материалы, оставленные на земле. Новые предметы появятся на пляже. Предметы на судне остаются на месте. Окей. Ночной режим. Серьезно? Ох, сейчас будем разбирать. А вот и судно. А кто нам его привез, на секундочку? Если это мертвое судно, и его надо разобрать, его должны были привезти на барже, либо на тягаче. Окей, новый уровень. Ага, новый уровень. Да, смотри. Я хочу повреждения. Давайте молот прям вкачаем, чтобы он прям молотил вообще максимально. Да? Да, таймер. Все окей, работает. Понеслась. Че? Поехали! Рутина! Собери необходимое количество материалов, чтобы построить мастерскую. А где? Смотри, обманули, а? Смотри. Сказали, что все исчезнет, когда я посплю. Но все так и лежит на полу. Так, я так понимаю, нам сейчас надо будет разбирать корабль, собирать необходимые материалы, как крафтить. А где настройки? Где настройки? Управление. Как крафтить? Спринт, окей, основа 10, тянуть, использовать инвентарь, таб. Древо навыков, инструмент, фонарик, фары. А, на машине. Фонарик у нас есть. Так, таб. Навыки, ход выполнения. А, вот, нам надо нелегированную сталь, видимо, найти. Окей. Пошли разбирать. Так, что тут? И... Понеслась! Давайте критами сразу. Будем искать криты. Ага, вот, вижу крит. Ну, блин, так это, конечно... Да ты присядь. Вот, хорошо. Что нам за это дадут? Ни хрена вообще подобного не дали. Эх!
Хорошо, кувалдой помахать. Ничего, идеально, что не надо нажимать мышку. Знаешь, ты просто зажал, зажал и ломаешь, и все. Это не ломается. А, вот это можно сломать. Поддон можно сломать? Да, деревяшка какая-нибудь выпадет. Вообще ничего не падает. А почему? Странно. То есть дерево тут не предусмотрено. Это обидно, кстати. Ой, как ты медленно это делаешь. Ну, походу, да, реально надо в эти... в критные места попадать. Так, в стаке у нас всего лишь 5. Окей, запомнили. Вот, начинаем разборочку. Разборочку, быструю разборочку. Вандалы, вандалы на корабле. Внимание! Ну, это, конечно, трешак. Они такие, знаешь, игрушки на самом деле прикольные. Забавные, интересные. Это типа, знаешь, хаос в флипперах. Типа уборщика была игрушка. Не помню, как называлась. Там, получается, надо было в космосе после всяких боев трупы собирать, кровищу и все такое. А зачем нам пила? У нас же есть еще пила. Но это интересно. Это очень интересно, на самом деле. Зря ты так говоришь, что это скучно и неинтересно. А это не пилится. А что можно пилить? Тут же что-то можно наверняка пилить. Трос пилить, нет? Что-то наверняка можно пилить. Перила пилить. А что пилить-то? Зачем я покупал пилу, если ничего нельзя пилить? Ну-ка пойдем проверим. Разблокируй. Купи отмычку. Окей, отмычки у меня нет. Полезли наверх. А ничего не пилится. А можно как-то... Нет, не меняется. Я думал, можно на мышке поменять, но не меняется. Так, где там криты? Давай по критам, потому что что-то у меня устает, походу, кувалдочка. Ну, это такой музончик очень тихий. Музыки вообще не хватает. То есть под такую рутину надо какой-нибудь там Satisfaction вообще врубать в наушники. Вот так это должно. Добавь инструмент более высокого уровня. Окей, это не ломается. Нам надо апнуть, получается, эту колотилку. Да, за каждый удар дается опыт. Кстати, я вот тебе покажу, смотри, вот, видишь, у меня там слева уровень. И, собственно, мои деньги, мои слоты. И, видимо, вместимость машины, чтобы увозить, возможно, на какой-нибудь рынок. Я не знаю, я сам играю столько же, сколько и ты. Возможно, конечно, ты уже играл, уже проходил ее, и мне что-нибудь подскажешь. Но я первый раз сейчас здесь. Занимаемся рутиной, разбираем потихонечку кораблик. Сейчас мы полностью заполним инвентарь. Пойдем продадим, купим отмычку и залезем в капитанский мостик. Там наверняка что-нибудь есть интересное. Да, везде нужна отмычка. Я пока не понимаю, как... А, открыть. Ух ты. Там какая-то синяя сталь была. Ну, блин, да, тут в идеале, конечно, все-таки попадать по критовым местам, потому что иначе это очень долго все будет делаться. Нет места в инвентаре, окей, все, пойдем продавать. У нас справа идет платеж, но 1 доллар в сутки там было написано. Я сейчас заработал баксов 500, наверное. И всего лишь доллар в сутки я должен отдавать за корабль? Ну... Очень странный бизнес у человека, который дал мне в аренду корабль. Очень странный. Подождите, давайте я сперва все продам. А, нет, мне же надо материалы для строительства. Так, нам нужно... получается... А что нам нужно? 10 ржавой стали и 6 меди. И 400 баксов. Хорошо. То есть получается 10 стали... И 6 меди. А где медь? Вот медь. А как-то можно продать не все? Вот так вот надо продать. Все, 400 есть. Да, есть 444 бакса. Покупаем мастерскую. Я не знаю, зачем. Возможно, в мастерской мы сможем улучшать. Переплавка. Соединяй материалы и переплавляй их, чтобы создавать новые сплавы. Для каждого сплава необходимы разные условия плавления. Необходимо тщательно установить печь и работать аккуратно. Малейшая ошибка может испортить твои материалы. Используй склад рядом с печью для хранения материалов. Развивай мастерскую, чтобы получить доступ к новой функции переплавки. Окей, это плавильня. Это реально плавильня. Ну, пока забавно, занимательно. Вот, нелегированная сталь одна, это медь плюс ржавая сталь. Окей, пойдемте ломать дальше. Мне опять на отмычку не хватает, потому что мы все потратили на мастерскую.
Я так понимаю, мы вот этот кораблик разберем и закончим на этом. Скорее всего, просто будут разные корабли, разный инструмент, разные варианты, так сказать, разборки, сборки и переборки вот этого всего. Такие игры прикольные, но они вот, знаешь, если в них ничего много нового нету, а каждый раз одна и та же рутина, то они очень быстро надоедают. То есть, буквально, знаешь, на пару вечеров. Если в ней, конечно, очень много всего добавлено, в процессе будет, то это, несомненно, прикольно. Это не survival, то есть тут нельзя умереть. Это не симулятор какого-то там крафта или строительства. То есть просто... Да, я помню, надо новый этот. Просто ломаем корабли, просто слушаем музыку, делаем свой домик, спим и отдаем по одному доллару за каждый корабль. Гениально. Можно мне купить отмычку? Мне нужна отмычка. Это что такое? Ага, окей. Очень долго, на самом деле, реально. А вот искать вот эти вот критовые места тоже себе такое. Ту-ту-ту. Где еще металл? Вот эти мы еще не пробовали ломать. Раз. Раз, два. Три. Четыре. Да. Трешатина лютая. Но у этой игрушки, на самом деле, очень много положительных отзывов в Steam. Поэтому ждем релиза, посмотрим, что будет на релизе. Возможно, это действительно будет стоящая игра. Она пока бесплатная. Ссылочку, как всегда, внизу описания оставлю. Кому нравится, залетайте и поиграйте. Прикольно. Ну, говорю, отдохнуть вечерок, знаешь, вымести всю свою злость. Кто-то бьет тарелки, кто-то ездит... Опа, чугуняка. Кто-то ездит в лес орать на деревья и на природу, а мы будем ломать с тобой корабли, кувалдище огромное. Почему кувалда не тупится, тоже непонятно. На самом деле, руки должны были давным-давно уже отсохнуть и махать такой кувалдой сутки напролет. Но мы встали в 8 утра, время 14 часов. То есть мы 6 часов уже машем кувалдой. Это, конечно, гениально. Но я же попадаю туда, куда надо. Почему он не засчитывает крит-удар, непонятно. Так, во-первых, давайте отправим на переплавку, попробуем. И потом купим себе эту. Давай. Раз, два. И как плавить? А уже плавится? 1000 градусов. А, 1000 градусов. Ага. Поехали. Фига себе, тут прямо надо настраивать печку-то. В игре многое предстоит разблокировать, повышая уровень, получать доступ к новым кораблям и рецептам, доставить нужные материалы, чтобы выполнить заказ, получить возможность. Окей. Это квесты тут будут появляться, да? Все у нас получилось? А где забрать? Ага. Отлично. Доступен новый заказ. Пойдем посмотрим. Ну, тут на самом деле не так уж и мало всего. Курочки, здорово. Пак-пак-пак-пак. Почему они все металлические? Я хочу курятины, я хочу есть. Курочка, ну дай мне, либо ты даешь мне яйцо, либо мы сейчас с тобой распрощаемся. Ладно, окей, мы же не живодеры. А что вы тут все делаете? О, здорово, пацан. Бездельник! Может, поможешь мне корабль разобрать? Там бабло льется рекой, просто пипец. Там просто от одного удара 100 бачей можешь заработать. Или ты со мной пойдешь? Кепку сними, зараза. Звука, кстати, никого нет, удара странно. Ладно. Ну, пойдем за заказом, посмотрим. Опа, прыгать умеем, отлично. Идем в бар, судя по всему. Бармен нам сейчас закажет заказ. Здорово. Выбери заказ. Новые заказы будут появляться ежедневно, если ты не примешь ни один заказ. Так, либо ржавую... Да, конечно, ржавую сталь. Она у меня даже с собой есть, я могу тебе ее отдать. У этого человека нет заказов. А, я типа уже выполнил заказ. Или что? Непонятно. А здесь, ребята, у вас можно что-нибудь ломать? У вас есть что-нибудь железное, что я могу сломать и получить за это? Курицы везде бегают. Они не должны так везде свободно бегать. Следить надо за своими курями, а то я одной голову отпилю и все. И все, не будут больше курочки. А, принять. И... Не хватает... А, я его в тот раз дал. Окей, то есть... Я один из них принимаю и тут же сдаю. Великолепно, замечательно. У нас, кстати, дофига новых очков. Кувалду можно апнуть. Отлично. Что, как, супер удар?
У нас скилл появился. Одиночный удар, наносящий в 3 раза больше повреждений. Нажми АКМ. Окей, АПМ молот. Все, мы сейчас сможем, кстати, расфигачить эту синюю штуку. Давайте купим отмычку. Я, кстати, заблудился, где мы. Надо купить отмычку. Надо сперва продать, точнее, все нам ненужное. Я думаю, мы еще там насобираем, что нам надо. Конечно, продать. Теперь берем отмычку, и теперь мы сможем попасть наконец-то. Получается, к... Воспользуйся отмычкой, чтобы открыть запертую дверь и ящики. А у разных ящиков замки разные сложности. Skyrim, но эта механика, мне кажется, везде известна. Если у тебя закончатся отмычки, купи новую в магазине. А, у нас уже есть. Купить. 4 уже отмычки есть. То есть, если мы сломаем отмычку, нам придется за 200 баксов купить еще одну. Как-то так. Ладно, проверим. Давайте откроем кают-компанию. Не, ну конечно, кувалда. Она как-то изменилась. Ну-ка. А в чем разница? Я нажимаю левую кнопку и правую кнопку. Он быстрее удар, но он должен быть мощным. Он должен быть с замахом с таким, по идее-то. Ну давай проверим. И опа. В смысле, навык еще не готов. Это как? То есть тут еще и навык. А, у нас еще и вон, смотри, копится, получается. В смысле, еще что ли сильнее? Не понял сейчас. Так у меня же и так уже второго уровня. Или это просто скилл? А кувалда у меня как была первого уровня, так и осталась. Окей, понятно. А кто знал, кто знал? Я думал, это мы апнули, короче, эту как раз кувалду. Оказывается, нет. Мы просто ее улучшили первую, но это не второго уровня кувалда. Так кусок бочки не может выпасть. Такое ощущение, что бочка, знаешь, либо из керамики, либо из глины. Потому что, ну, она распадается очень неестественно. Если ты по бочке ударяешь кувалдой, она гнется. Если она перекаленная, она, ну, она так не будет крошиться. Нет, она так не будет крошиться совершенно ни разу. Пошли открывать, короче. Давайте откроем. Итак. Ну, это Skyrim, да, я знаю, как это делается, только... Так. А, пробелом. Я думал, как обычно, надо стрелочками влево-вправо. Тут, оказывается, пробелом. Да ты что? Нет? Ага, вот так вот. О, здорово! Что у нас тут есть интересного? Это мое. Это мое, это все мое. Отойди, коробочка, пожалуйста. Ты не мешаешься? Нет. А, нет, другую сторону. Да еще чуть-чуть. Отлично. Что тут у нас? Алкашка? Вот это внезапно сейчас было. Алкашка в кают-компании. Это плохо. Ух ты, ух ты. Смотри-ка, ты сложный замок попался. Еще. Ага, вот сюда куда-то. Отлично. Химикаты. То есть этот корабль перевозил алкашку и химикаты. Отлично. Тут все закрыто, нет, открыто. Но это легкие замки, они вообще с первого раза открываются. Все, тут больше нет ничего интересного. Ржавая балка. Нет, можно ржавую балку, оказывается, сломать еще. А, вот где пила нужна. Ну окей, давайте пилить. А как пилить? Так это не работает. Алло, ну ты бы не смог так распилить балку. Ты издеваешься надо мной. Такой ножовкой такую балку ни в жизнь не перепилить. Это тебе миллиард полотен придется потратить. Это просто вот нет, двутавр такой пилой. Его даже фрезой не возьмешь на самом деле. То есть это все падает мне под ноги? Медь. Балка металлическая, а падает с нее медь. Как это работает? Нет, ну я понимаю, что это игра, но... Окей, ладно, все, тут мы уже все посмотрели. Наверх еще можно подняться, там тоже у нас было. Кстати, вечер. Вечер заканчивается. Окей, можно было... Что? Нет, в другую сторону. Да, в другую сторону. О, ты смотри, сложный замок. Чуть-чуть. Отлично. Тут у нас что, снова алкашка? Нет, масло. Ой, я вообще даже не двигал мышкой... Смотри, бензин! Блин, уже ничего не влазит.
Тут уже ничего не активно. Разблокируй сейф мастер. То есть мне еще надо прокачивать отмычки, чтобы его открыть. Окей. Но это очень легкие. Алюминий. Так, тут у нас, значит, остался бензин и мастерский сейф. Окей, хорошо. Ну, получается, все, да, мы, в принципе, непонятно, как кувалду вторую пока сделать. Пойдем сдадим, получается, заказ и, наверное, будем заканчивать. В принципе, все, что мы могли от этого корабля получить, мы, в принципе, получили. Никакого стамины и выносливости нет, то есть сколько хочу, столько и бегу. Убери, пожалуйста, а то бегать по улицам с пилой — это странное, наверное, занятие, и могут не так вообще подумать обо мне. Ты вот прикинь, ты идешь по городу, и просто чувак носится как ошалелый, либо с кувалдой, либо с пилой. Это выглядит довольно-таки странно. А как не хватает стали? В смысле, я столько всего разобрал, и стали не хватает? Гениально. Ну, так-то темно становится, на самом деле. А что мне нужно сделать? Что мне нужно по заданию сделать, я вот не понимаю. Это, судя по всему, наш дом. Не реализована в прологе бытовка. Это, то есть, наш дом. Как темно. Пойдем поспим. Ой, не вижу ничего. Окей, ночной режим. Так, сейчас все пропадет, все, что на полу было. Я надеюсь, из шкафчиков наш бензин не пропадет. Автосохранение, хорошо. И сколько мы заплатили? Ну, скорее всего, $1 заплатили. Скорее всего. Мастерская. Отдать, отдать. Ну, вот легендарные мы уберем. А это, в принципе, всякую ерунду, ее, наверное, скорее всего, можно продать. Не хватает материалов. А, меди не хватает. Вот так. Так, а как, чувак, а как мне улучшить кувалду? Нелегированная... Ах, вот как улучшить магазин. Либо это будут новые предметы. Либо... Не понятно. А как улучшить реально молоток? Как улучшить молоток? Масло сдадим все. Чугуняку тоже сдадим. $360. Это мало. Ну, пойдем еще что-нибудь разберем. Заказик-то выполним хотя бы. А то мужик-то ждет нас. Мужик просил принести ему железо. А мы что? Кто мы такие, чтобы отказать мужику? Нет, дела надо заканчивать до конца. Взялся за дело? Дерись, как говорится. Да, почему один чугун? Мне нужен ржавый металл. Пойдемте закончим с этим всем. То есть получается, корабль исчезнет только тогда, когда мы вот все активное на нем сломаем. И получается, и ящики все нужно ломать или что? Вот этого непонятно до конца, на самом деле. То есть либо надо сломать только металл, либо только, получается, все вообще, все, что здесь есть. Ну да, кстати, разница ощутима примерно раза в два. Мощность удара правой кнопкой и левой. Ладно, давайте закончим. Пусть серия будет длинная, наверное. Или нет. Не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Надо забрать бензин обязательно. Надо обязательно забрать бензин. Тут мы, по-моему, все забрали. Вот если надо реально распиливать и разбирать абсолютно все, что есть на этом корабле... От скотина, а? Прикинь, все исчезло. Все в шкафчиках исчезло. Вот это обидно. Там был легендарный бензин. И еще какое-то масло, по-моему, было. Вот. Вот так вот и доверяй. Вот, вот эти вандалы пришли, короче, ночью и все, получается, распилили. А где мне взять? Где мне взять более мощный инструмент? Где? Я не понимаю, где взять более мощный инструмент. Об этом не говорится нигде, никто не сказал мне, игра, об этом, где его взять. Непонятно. Ну да, когда критами, конечно, намного быстрее получается. Ну давай, бери уже. Собираем, пылесосим, пошли отсюда. А как скипнуть, получается, корабль? Ну, видимо, либо его реально надо полностью максимально разобрать, тогда он сам скипнется. Я не понимаю, как улучшить молоток. Вот как улучшить молоток? Вот как его улучшить?
А, там уже, смотри, 500 бачей в день тратится. То есть, если брать более продвинутый корабль, там надо прям работать-работать. То есть, так туда-сюда уже не побегаешь. А разоришься. 400 баксов в день тратить. Я зарабатываю меньше в данный момент. Но я сейчас где-то зарабатываю, наверное, баксов 250-300 в день. Может быть, около 400. Так, мы сейчас дадим, получается, заказ. Все, доступен новый заказ. Где опять? Ну, начинается рутина. То есть беготня, сдавание квестов, зарабатывание на этом денег. Скорее всего, все-таки да, если мы мастерскую прокачаем, у нас появится молот второго уровня. Мне кажется, это так. А ты не охренел ли, чувак? 7 нелегированной стали ему подавай. Нет, максимум ржавую. Ты что, дурачок совсем, что ли? Это очень много. Ты очень много просишь. 7 нелегированной стали. Это много. У меня столько нету. У меня всего, по-моему, штучек 5. Все, давайте, короче, улучшим, получается, мастерскую. Денег у нас должно хватить. А зачем машина, еще тоже не понятно. А зачем машина вообще? Ну, войди. А, это можно было ездить к кораблю. Получается, можно ездить к кораблю и в багажник складывать все. Окей, это курьер. Это просто курьер. Так, что нам надо до улучшения магазина? Получается, сталь есть, медь есть. Три нелегированные стали надо. То есть чугуняку можно всю продать. Окей, я вас понял, господа. Вот это можно все продать, получается. И нам нужна нелегированная сталь. Еще одна причем. Давай быстрее. Ой. А я не хотел столько. Он что, сразу все съел? Ну, конечно. Он сожрал сразу все, что там было. Вот это мое. Беру все, потому что вдруг чего не хватит. Давай улучшаем. Купить. Ну, что у тебя новенького будет? Из палатки сейчас сразу хату себе построишь? Конечно, я им... Вот, второй молот, отлично, я вижу его уже. Болгарка. Стальная кувалда и газовый резак. 900! А что так дорого? Давай попробуем все продать, все, что мы накопили. Все, что мы нажили непосильным трудом. И то, наверное, не хватит. Нет, не хватит. Нет, не хватит нифига на новый молот. Ну, короче, вот. Такая вот игрушечка. Я думаю, вы сами, если что, молот себе купите. И попробуйте сломать все оставшиеся части. Вот как-то так. Такая вот игрушечка. В принципе, забавно, прикольно. А для любителей вот этих симуляторов, всяких автозаправок, всяких, там, не знаю, уборщиков, строителей, этих симуляторов миллион. Там кто-то магазин держит, кто-то туалет. Мне писали даже в комментарии, пройди такие игрушечки. Ну, не знаю, если хотите, пишите в комментарии. Может быть, что-нибудь подобное пройдем. Все, а пока. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Не забывай подписываться на стрим-канал. Там вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. Эх, пиши в комментарии свои игрушечки для прохождения. Самое интересное мы обязательно пройдем. Все, ребят, это был... Короче, кладбище по разборке кораблей. Все, ребят. С вами был Бояра, канале, и пока-пока.